За прошедшую неделю в Забайкальском крае с признаками сезонного гриппа и ОРВИ зарегистрировано более 5000 человек. В 16 районах края порог заболеваемости в среднем превышен на 7%. У взрослого населения отмечается вторая неделя подъема заболеваемости. Только в Чите частота обращений в среднем достигает 140-170 случаев заболеваний за 7 дней. С начала февраля примерно в два раза участились и вызовы врачей на дом. Из них 50% больных с жалобами на высокую температуру. В основном же вирус коснулся детей дошкольного и школьного возраста от 7 до 14 лет. В городские детские поликлиники в среднем в сутки обращаются до 25 заболевших. Во избежание столкновений и очередей в лечебных учреждениях ведется раздельный прием. Пациенты с признаками сезонного заболевания принимаются отдельно от других больных. Чаще всего дети обращаются это с клиникой ОРВИ. Это повышение температуры до 38-39 градусов, интоксикация явлением, это диалез, недомогание. У более старших детей это ломота в суставах, значит, снижение аппетита, боли в горле, першение в горле, насморк, заложенность носа, кашель. В целях предосторожности на территории края введен масочный режим. Кроме того, отменены все массовые, культурные и спортивные мероприятия. К жителям Забайкалья медики обращаются с просьбой менять маски каждые 2 часа, не контактировать с больными, а главное, не заниматься самолечением.